«Кошмары и фантазии» по рассказам Стивена Кинга. У них классная группа. В фильме снимались Ким Делэйни, Стивен Уэбер, Уильям Макнамара, Эрик Райт, Джо Сейгл и Хасинта Степлтон. Композитор Джефф Билл. Где же хиты 60-х? Я слушал их на той неделе. Может, дома забыл? О, боже! Нет! Нет! Оператор Бен Нот. Извини. Ровно. Молодец, Салли. Вот что значит отдых в глубинке. Продюсеры Джон МакМейхан и Джеффри Хейс. Я же говорил, это будет приключение. Таким и должен быть отпуск с изюминкой. Ищи свою изюминку, дорогой. Я не против. Лишь бы сервис был приличный и вино хорошее. Почему тебе так нравятся эти тощие белые певцы? Я замужем за таким. Но я не пою в душе эти дурацкие песни. Отец говорил, музыка умерла в тот день... Когда придумали диско? Диско. Я бы мог слезать это. И при этом следить за дорогой? Сомневаюсь. Я обнаглел с прошлой ночи. Сосновый лес, звездное небо. Самое время, чтобы заделать ребенка. Да. Мы оба поем одну песню. Автор сценария Майк Роуп. Приехали. Яичница с ветчиной, домашнее печенье. Я готов есть это каждое утро. Если не умрешь, через год. Это и есть настоящий Орегон. Да. Слухи верны, меня переводят в Джерси. Так оторвемся напоследок. Я рада, что мы поехали. Режиссер Майк Роуп. Мы можем выехать прямиком к Такетти Фоллс. Кларк. Проедем пару километров на восток по 52-му шоссе, а потом по проселочной дороге на юг. Здесь ничего нет. Тебя тянет в глушь? Где нет ни заправок, ни туалетов, ни мотеля с удобной кроватью? Да, мы его здесь найдем. Просто срежем угол. Так ближе до Такетти Фоллс. Идет? К черту нумерованные дороги. Проложим колею. Почувствуем землю. Ты же не первопроходец. Ты программист, Кларк? По профессии, но не в душе. Извини, ты же потомственный охотник.
это просто тело парня, порубленное на кусочки. Это же массовая культура, милая. Не может быть. Ну и что теперь? Кларк, я бросила занятия ради этой поездки. Неужели мы заблудились? Мы не заблудились. Мы выберемся. Никогда не видел такой разметки. А где телефонные провода? Не знаю. Не знаешь? Их вообще давно уже нет. Как давно? Километров 20-30. Хочешь совет? Нет, но ты ведь все равно его дашь. Не люблю, когда ты так смотришь. Как смотрю? Как на старого пса под столом, который испортил воздух. Ну, давай, говори, что хотела. Давай повернем назад. Ну, конечно, тебе нужно мое раскаяние. Вы, учителя, все такие. Никогда не отклоняйтесь от плана. Так, наверняка нам направо. Юг. Там... Я чувствую, так эти фоллс уже близко. А это дорога на какой-нибудь ранчо. Дорога с такой разметкой? Ты не представляешь, как богаты владельцы ранчо. Деньги и земля, как говорил мой отец. Дорогой, давай вернемся. Найдем горячую ванну, холодный коктейль. Задняя передача здесь? Нет, дорогая, включить заднюю передачу значит отступить. И потом разделительная полоса пока не заканчивается. Впрочем, неважно. Скоро будет проселочная дорога. Будем держать курс на юг. Только не говори ничего, мы не заблудились. Мы не заблудились. Дорога снова появится, возможно, за следующим холмом. Мы не заблудились. Все. Я звоню в автоклуб. За 15 лет совместной жизни ты ни разу не спросил дорогу. Как и твой отец. Он отдал тебе эту машину, и в тот же день ты намотал 1000 километров от того, что ездил кругами. Что для одного круги, для другого страсть к путешествиям, милая. Для меня это круги. И мы достаточно попутешествовали. Нет сети. Кларк, я сдаюсь. Слышишь? Ты мужчина с большой буквы. И я тебя очень уважаю. А теперь разверни машину. Дорогая, я не могу так рисковать. Дорога слишком узкая, земля рыхлая, мы можем застрять. Я завез нас сюда. Я и вывезу нас отсюда. Верь мне.
Дело к ночи. Давай вернемся. Перестань, Мэри. Оставь этот учительский тон. Это не роман в стиле фэнтези. Все будет хорошо. Надо лишь держаться курса. Держаться курса? Ты не можешь найти курс. Что ты пытаешься доказать? Мы в дерьме, посмотри вокруг. Неужели не видишь? Я вижу указатель. Вон там. Прочесть можешь? Да, там написано. Если вы заехали сюда, то вы в дерьме. Добро пожаловать в рок-н-ролльный рай. Мы готовим на газу, как и вы. Это, наверное, шутка. А может быть и нет. Город под названием Рок-н-ролльный рай? А почему нет? В Нью-Мексико есть город истины или результат. В Неваде сухая акула. А в Пенсильвании совокупление. А это рок-н-ролльный рай. Может, его основали хиппи в 60-х. Это не важно. Важно то, что мы снова выехали на асфальт. Ты это выдумал? Что? Про совокупление. Нет, клянусь, я знавал совокупление в Пенсильвании. Да. Ладно, поехали. Будь осторожен. Рок-н-ролльный рай. Въезд в город. Родина Нормана Роквелла? Наверняка. А где дым? Хоть где-то должен виться из трубы дым. Да, если бы мы выиграли дом в райском саду, тебя бы беспокоила тля. Поехали назад. Что? Почему? Мне здесь не нравится. Посмотри на тот дом. Да, он красивый. Он похож на домик из Ганса и Гретель. Перестань. Я неделю просидела под кроватью, когда услышала эту сказку. Поехали назад. Здесь можно развернуться. Посмотри на этот городок. Ну, неужели ты не хочешь купить сувенир или майку? Майку! Все вы так делаете, Кларк. Все мужчины. Как так? Добивайтесь своего. Не правотой, а упрямством. Теперь ты решила выйти? Да. Хорошо, хорошо. Хорошо. Одну майку, 5 минут. Нет, когда я смогу выбирать, Кларк. Когда мы поедем, куда я захочу. И переедем ради моей работы. Ты можешь работать где угодно. У меня голова разболелась. До 58-го шоссе 27 километров по той жуткой дороге, милая. Это не так много. А как насчет тех 75, что нам придется проехать по 58-му? Ты забыла? Можно подумать, мы спешим на самолет. Знаешь,
Меня это бесит. Ты бросаешь один взгляд на маленький милый городок с забавным именем, и у тебя возникают какие-то кошмарные ассоциации. Да. Если бы мы продолжали держать курс на юг и проехали бы через город, возможно, уже через полчаса мы были бы у Такети Фоллс. То же самое ты говорил за ужином. Забыл? Мир и любовь. Мы любим вас. Занимайтесь любовью, а не войной. Потрясающе. Кто эти люди? Не знаю, наверное, это для туристов. Ладно, один сувенир, и мы уедем. Обещаю. А при виде первой же ведьмы садимся в машину и мчимся назад в Портленд. Хорошо? Ты согласна? Садись. Окей, хорошо. Одну майку. И все. Хорошо. На этом все. Хорошо, если ты не против. Кларк, я сказала хорошо. Но я остаюсь при своем мнении. Ясно. И не собираюсь надевать короткую юбку группы поддержки и кричать «Вперед, Кларк!». Вижу, ты не в духе. А короткая юбочка тебе бы пошла. Музыкальная аптека. Смотри. Надо же. Сегодня вечером концерт. Здравствуйте. Ладно. Нет, нет, идем здесь. Ты ведь заметил это, Кларк? Признайся. Что? Это похоже на город из сумеречной зоны. Странный городок. Помнишь? Ты же постоянно смотришь ТВ-ленд. Да. Кларк. Что ты делаешь? Куплю попить. Кларк. Что? Я тебя знаю. Ты не уедешь отсюда, пока не убедишь себя, что не боишься. Что тебе принести? Чаю или... Я хочу уехать. Чего ты боишься? Кто знает, что творится в этой глуши? Может, у них по 12 жен, или они с сестрами спят? Я сейчас. Нет, Кларк. Я не останусь здесь одна, Кларк. Кларк. Ладно. Потешь свое самолюбие и поехали. Знакомые лица. Кто из наших знакомых мог переехать в рок-н-ролльный рай? Заходите, пока еще есть места. Потрясающе. Ты посмотри, надо же. Moonglows, Фрэнки Лаймон и Teenagers.
Твидли-Ди. Твидли-Ди. В последний раз я слышал ее подростком в папином исполнении. Мы покупаем напитки и уходим. Да? Да. Хорошо. Нет, постой, Мэри. Только взгляни на меню. Здесь есть Биг Боппер Бургер и картошка Сьюзи О. Неужели ты устоишь? Только напитки. Как договорились, только напитки. Что будете брать? Мне стакан Кока-Колы. Большой. Попробуйте вишневый пирог. Рик только испек его. Хорошо, попробуем. Только Кока-Колу с собой. Та рыжая. Хватит пялиться. Ты как мальчишка, который задирает девчонкам юбки на перемене. Да нет, просто она как две капли похожа на Джанис Джоплин. Или я схожу с ума. Мэри, что с тобой? Ты вся в поту? Для приступа паники нет никаких причин. Вот когда ты год назад потеряла мамины бриллианты, тогда они были. Дженнис Джоплин умерла от передозировки в Лос-Анджелесе. Кто эти люди? Это хор мертвецов? Наверное, она фанатка. А кафе оформлено в стиле 50-х. Вот что. Давай съедим пирог и рванем отсюда. Хорошо? А можно мне солодовую Кока-Колу? Здесь можно все. Ну, тогда лучше ванильную. Я так и подумала. Солодовую сейчас нигде не подают. Все больше со вкусом латте, мокко и все в этом роде, чтобы содрать побольше с клиента. Уезжайте, пока можете. Крошка, обслужи их. Те, что с бицепсами. Да? Значит, мне повезло. Ты и сам крутой. Спасибо. Не за что. Как вам удалось подобрать помаду под цвет волос? Это очень сложно в наши дни. Сначала помада, потом краска для волос. Кларк, пирог принесли. Отлично. Ковбой не заставит себя просить. Да. Да. Потрясающе. Кто его испек? Рик, выйди. Отличный пирог. Где вы научились печь такие пироги? Мы с мамой проводим кучу времени на кухне. Вот кто ты в душе, Рик, маменькин сынок. Отдай мой колпак. Нет. Иди-ка сюда. Ты бегаешь, как маменькин сынок. Рик, Оззи и Харриет. Рики. Нельсон. Рики Нельсон. Сначала поймай меня. Не может быть. Не может быть, он же... Погиб. 20 лет назад в авиакатастрофе. Прекрати.
Кларк, я забыла кошелек в машине. Ты не сходишь за ним? Наверное, он под сиденьем. Иди, не сможешь найти? Я приду и помогу. Ладно, я посмотрю в машине. Быстрее, пирог остынет. Не бойся, дорогуша. Они просто готовятся к концерту. У нас в городе концерты каждый вечер. Не сомневаюсь. Извините. Привет. Как дела? Это же Рой Орбисон и Бадди. Музыка неплохая, согласен, но не экстаз. Видно, не судьба. Пустяки, не переживай, милашка. Что-то я тебя здесь раньше не видел. Мы с мужем здесь проездом, туристы. Нам пора. Здесь стоит задержаться. Оставайтесь на концерт. Поверьте, это незабываемое зрелище. Мы рады вам погостить у нас не один день. Что скажете? Пожалуй, я спрошу мужа. О, Боже! Это вам не забегаловка. Держите ее. В машину, Мэри. Гони. О, Боже. Я вспомнил, кто они. Ронни Ван Зант и Дуэйн Олдмен. Кларк, задний ход. Кларк, поехали. Я пытаюсь. Вы придете на концерт. Кларк, пошел ты. Пристегнись.
Кларк, они идут сюда. Он жив. Как и все они. Что дальше? Похоже, это наезд. О, боже. За ними, ребята. Вы покидаете рок-н-ролльный рай. Спокойной вам ночи, дорогие, сладких снов. Кто тебя ударил? Это вишневый пирог. Кларк, едем отсюда. Мы спасены. Ни одной. Чего? Линии электропередач. Интересно, откуда они берут электроэнергию? Ты в порядке? Назад! Поворачивай! Поворачивай! Кларк, давай! Что ты делаешь? Видел их? Хочешь к ним? Добро пожаловать. Мы рады вам. Надеюсь, вы погостите у нас. Мы очень гостеприимны и живем сами по себе. Я мэр города. Меня зовут Элвис Пресли. Бесполезно пытаться бежать отсюда. Это шоссе ведет в болото Умпкуа,
Других дорог здесь нет, кругом только трясина, зыбучие пески и прочее. Медведи. Медведи, да. И многое другое. Если мы останемся на концерт. Да, концерт. Вы должны остаться. Мы покажем класс. Сами увидите. Да, это факт. Если мы останемся на концерт, вы нас отпустите? Знаете, мам, мы живем в глуши, далеко от всех. Привлечь сюда зрителей довольно сложно. Хотя, послушав нас, они решают побыть здесь подольше. Надеюсь, что и вы здесь задержитесь. Послушайте нас. Насладитесь нашим гостеприимством. Возможно, вы даже решите остаться здесь. Где ты хочешь сесть? Вон там. Привет. Привет. Я Сиси Прайер. Мэри Ривингем. Мой муж Кларк. Привет. Очень приятно. Ваша рука. Это Фрэнки. Фрэнки Лайман. Все говорят, он был на редкость приятным парнем. Пока был жив, он испортился, когда попал сюда. Но мне плевать. Я хотела, чтобы вы спаслись. И я бы еще раз это сделала. И потом... Кристал заботится обо мне. Проверка звука, проверка микрофона. Она и вам поможет, если хотите. Здесь не обязательно терять пальцы, чтобы получить дозу. Мы не принимаем наркотики. Будете. Добрый вечер, рок-н-ролльный рай! Дамы и господа, скорее занимайте свои места и крепче держитесь за стулья! И долго это длится? Долго. То есть концерт закончится в полночь. Таковы порядки в городе. Но время здесь течет по-другому. Если ребята разойдутся, он может затянуться на год. Нам уже дали работу. Да. Мэр сказал, Мэри может работать в салоне красоты, если захочет. С моим-то дипломом? Учителя английского? А я программист. Но я же не жалуюсь. Я сказал мэру, что я программист. А он сказал, что компьютеров здесь нет. Что им бы не помешали автоматы по продаже билетов. Так что, пока поработаю грузчиком. Как когда-то работал мой отец.
Как объяснить им? Это же кошмар. Неужели мне придется мыть чьи-то головы? Неужели они не понимают? Он сказал: обещаю, у вас будут лучшие шампуни. Не надо смеяться над ними. Этим вы наживете себе неприятности. Все, Кларк, мы должны уехать. Господи, прямо сейчас. Быстрее. Мэри. Уедем отсюда, бежим. Сядь, Мэри. Успокойся. Рок-н-ролльный рай, ты готов? Вас ждет потрясающее шоу. Целая галактика звезд. Кто это? Фредди Меркьюри только что из Лондона. Джим Кроуз и мой любимый Джонни Эйс. Бывший диск-жокей Алан Фрид. Точно, я помню его. Джим Моррисон спецрейсом из Парижа. Не волнуйся, Мэри. Пэтси Клайд. Все не так уж и плохо. Кей Мун из Ху. Брайан Джонс из Стоунс. Малышка Флоренс Боллард из Сьюпримс. И давно вы здесь? Не знаю. Здесь легко потерять счет времени. Лет 12. Может, больше. Касс Эллиот, Джанис Джоплин, Джон Бонхэм. Он будет задавать тон. Мы заблудились. Мы просто заблудились в лесу. Так вот каково тем, кто заблудился. Стиви Рэй Вон, гигант рока. Ну что, рок-н-ролльный рай, ты готов веселиться? Тогда начнем, ведь рок-н-ролл никогда не умрет. А вот этого я и боюсь. Спасибо, что пришли. Говорят, с тобой я теряю время зря. Но мне плохо без тебя. И я все жду, жду. Озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу НТВ. Режиссер Дарья Зайцева. Звукорежиссер Андрей Чувилин. Перевод Татьяны Манаянковой. Текст читали Наталья Казначеева, Михаил Тихонов и Александр Котов.